Это история Леонида Млеча. Для тех, кому не безразлично наше прошлое, количество ракет, выпущенных за эти дни на Ближнем Востоке, достигло 1000, пока при посредничестве Египта не было достигнуто нечто вроде перемирия, которое, впрочем, может прорваться в любую минуту. Но значительно большую опасность, на мой взгляд, представляют другие ракеты, которые расположены не на Ближнем, а на Среднем Востоке. Потому что эти ракеты оснащены ядерными боеголовками. Я имею в виду ракетно-ядерный потенциал Пакистана, который находится в состоянии таком предвзрывном. Он напоминает кратер, из которого в любую минуту может начать извергаться смертоносная лава. Там идут волнения из-за судьбы известного политика Имрана Хана. Сейчас мы о нем поговорим. Но на самом деле это свидетельство того тяжелейшего кризиса, в котором находится страна. Это могло бы быть личным делом, внутриполитическим делом Пакистана, но беда состоит в том, что в Пакистане очень широко распространены радикальные идеи, и в распоряжении этих радикалов, готовых воевать с врагами по всему миру, может оказаться немалый ракетно-ядерный потенциал. Ну, давайте во всем разберемся. Волнения возникли из-за судьбы Имран Хана, недавнего премьер-министра Пакистана. Он стал главой правительства Пакистана в 2018 году при помощи военных. И из-за военных утратил эту должность в 2022 году, потому что пакистанские военные решили его сменить. Это особая черта политического устройства страны, в котором все решается военным. Имран Хан невероятно интересный, очень обаятельный человек. Дело в том, что он профессиональный спортсмен. Он играл в крикет. Но в нашей стране эта игра не очень распространена, а Пакистан все-таки в прошлом часть Британской империи. Это британская игра. И там она очень популярна. Имран Хан был капитаном пакистанской сборной по крикету, когда она завоевала впервые и, вероятно, в последний раз чемпионский титул. То есть он чемпион мира. Он действительно выдающийся спортсмен, такой плейбой, пользовавшийся, очень широко пользовавшийся успехом у девушек. Там невероятные истории. Там одна дама рассказывала, что Имран Хан, отец там ее детей, он всячески отказывался, а потом признал. Он был женат на Джемайме Голдсмит. Девушки из Британии, чатинс достаточно известен в Англии, евреи, он еврей по этническому происхождению, она еврейка, то есть жена видного пакистанца была еврейкой. И поначалу это решительно никого не смущало, она приняла ислам, она родила Имран Хану двоих детей, она сознательно делала очень такие резкие антисионистские заявления, а потом жизнь в Пакистане переменилась, и Имран Хан с ней развелся, потому что не мог себе позволить быть женатой на этнической еврейке. Он заинтересовался политикой, создал собственную партию, прошел в парламент и понравился военным, которые сделали его главой правительства. Почему военные играют такую роль в Пакистане? Это связано с судьбой этого государства, которое появилось на свет в 1947 году в крови. Но на самом деле прощание с колониальным правлением почти везде происходило крайне болезненно. Вот это обретение самостоятельности почти везде сопровождалось насилием. Дело в том, что Пакистан был частью Британской Индии. И не только происходил процесс обретения независимости, но еще и разделение с Индией. И это было невероятно трагическим событием. Дело в том, что в Британской Индии жили как люди, исповедующие индуизм, так и исповедующие ислам. И те, кто исповедовал ислам, так сказать, политический истеблишмент мусульманской общины, всегда настаивал на том, что они должны обрести собственную государственную независимость, что крайне не нравилось индийскому политическому истеблишменту. Ну, для нас самая яркая фигура – это Махатма Ганди, самый известный человек, проповедник идеи ненасильственных действий. На самом деле он сейчас в Индии не очень популярен. Там куда большую популярность обрел Чанда Бос. Это тоже видный деятель борьбы за национальную независимость, которая долго была британской колонией. Но он сделал ставку, в отличие от Махатмы Ганди, на насильственные действия и обратился за помощью сначала к немецким нацистам,
а потом к императорской Японии. Япония формировала даже индийские части из пленных индийских солдат. Дело в том, что Япония, на всякий случай напомню, годы Второй мировой войны пыталась завоевать Азию, пыталась, напала и на Британскую Индию, там какое-то количество индийских солдат попали в плен, из них формировались такие части для освобождения Индии. Вот Чандра Бос, который союзник нацистской Германии, императорской Японии, сейчас больше в чести. Но на самом деле весь индийский политический класс в общем был против того, чтобы мусульмане отделились. Они говорили, ну мы создадим самостоятельное большое государство, а там различные штаты получат широкую автономию, зачем вам уходить? Но был видный пакистанский политик Мухаммад Али Джинна, адвокат по профессии, политик по призванию, который отстаивал интересы пакистанских мусульман и говорил, что нет, мы должны обязательно обрести самостоятельность. Там абсолютно мусульманская лига, политическое формирование, отстаивающее интересы тех, кто исповедовал ислам. И Джинна добился своего. И когда было принято решение о том, что заканчивается колониальное правление британское, что будут созданы два государства – Индия и Пакистан. Пакистан – это северные провинции Британской Индии, где в основном исламское население. Но люди были рассеяны по всей стране, исповедующие одну религию и другую. И когда появились карты будущего раздела на две страны, что многие поняли, что находятся не там, где бы им хотелось находиться. И они поехали, бросив все. Ну, хорошо, там самого Джинни был, там продал дом, купил в одном месте, купил в Караче, который стал частью, город, который стал частью Пакистана. Ему было несложно, а у других ни денег не было, ничего. Более того, начались межрелигиозные столкновения, люди убивали друг друга. Там, по-моему, примерно 14,5 миллионов человек переселялись с одного региона в другой. Те, кто исповедовал ислам, ехали на территорию будущего Пакистана, а оттуда, наоборот, уезжали те, кто ислам не исповедовал. И они убивали друг друга. Поэтому государства родились сразу во взаимной ненависти. И там был еще один повод для столкновения. Штат Кашмир, в котором большинство населения исповедовало ислам. Но Махараджа Кашмира был индусом, и он подписал, значит, документ о присоединении к Индии. Из-за него, собственно, и началась первая индо-пакистанская война. Потому что пакистанцы говорят, ну как же так, давайте пройдем там референдум, увидите, что все присоединятся к Пакистану. А индийские власти говорят, не надо референдум, это и так часть Индии, совершенно очевидно. Вот противостояние двух государств стало определяющим в жизни двух стран. Но разница стояла вот в чем. Дело не только в том, что эти два государства несопоставимы ни по демографическому, ни по экономическому потенциалу. Но сейчас Индия вообще выходит на первое место по численности населения, обгоняя Китай. Ну, Пакистан тоже не маленькая страна, 240 миллионов, но все-таки значительно меньше. И экономический потенциал меньше. Но главная проблема была в политическом классе в Индии. Несмотря на все сложности, несмотря на все внутренние баталии, там немало политиков было убито, начиная там с Индиры Ганди, слово Махатма Ганди, который был убит. Тем не менее, индийский политический класс все эти десятилетия, все эти 76 лет, почти 76 лет, сохранял демократию в стране. Демократическое политическое устройство, что обеспечило невероятный экономический успех страны. Да, там есть штаты бедствующие, там есть огромное число людей нищих, но при этом Индия стремительно развивается. В Пакистане так не получилось. Там политический класс был слабее, а Мухаммад Али Джинна, создатель независимого Пакистана, был к моменту появления самостоятельного государства уже человеком очень неюным, тяжело больным, и скоро он ушел в мир иной. И это подорвало политическую систему Пакистана. Там уже в 1958 году произошел первый военный переворот, и с этого момента власть, в общем, более-менее все время находилась в руках военных. Они говорили, ну это совершенно естественно, мы же находимся в состоянии войны с Индией.
Индия все время готова нас уничтожить. Действительно, несколько раз воевали. Ради противостояния с Индией мы должны мобилизовать все силы, и никто, кроме военных, не в состоянии это сделать. И действительно, все ресурсы этого государства посвящены, сконцентрированы на противостоянии с Индией. Очень популярный политик, руководитель страны Зульфикар Али Бхутто когда-то говорил: мы траву есть будем, но создадим ядерное оружие. Так и произошло, и создали. Ну, первой, правда, создала Индия. Горячо любимая нами Индира Ганди, которую у нас тут так вообще почитали, встречались с таким почетом, называли, в общем, самыми лучшими именами, тайно, спокойно, обманув всех, создала ядерное оружие в Индии. Там, когда первые испытания начались, он говорил: нет, нет, это у нас мирная программа, ну что, как вы могли так о нас подумать? А потом выяснилось, что они создали ядерное оружие. Пакистан почти быстро присоединился к этому ядерному клубу. Там был один знаменитый ученый, который обеспечил это, страна обеспечила всеми ресурсами. Ну, кто-то скажет: ну что ж, Пакистан не единственная страна, где военные управляют. А Южная Корея? А Турция? В Южной Корее действительно военные. Кстати, Южная Корея образовалась примерно в одно время с Пакистаном. Военные очень долго руководили страной. Но обратим внимание, в какой-то момент военные отступили на задний план, дали возможность стране развиваться спокойно и нормально. И именно в этот момент и произошел этот прыжок. Южная Корея теперь в списке самых успешно развивающихся государств. Да, в Турции тоже, начиная с Кемаля Ататюрка, завоевавшего славу во время Первой мировой войны, когда турки сражались на стороне Четверного союза против держав Антанты, ну тогда сражался с британцами и прославился. Да, Кемаль Ататюрк привел к власти военных, жестко подавлял исламистов, и считается, что это пошло на Турции на пользу, и турецкие военные тоже не раз совершали военные перевороты. Но каков результат? Всегда считалось, что турецкие военные, ну, вот они ориентируются на правильные ценности, противостоят исламистам, исламистским радикалам. И кончилось это тем, что армия перестала играть свою стабилизирующую роль, а вот это вот подавление нормальной политической жизни на пользу стране не пошло. Так и в Пакистане. Участие военных в политической жизни привело к тому, что исчезла у людей возможность реально влиять на свои дела, с одной стороны, а с другой стороны, в политическом мире расцвела невероятная коррупция. Мне кажется, Пакистан – одно из самых коррумпированных государств на Земле. Причем пакистанские политики даже не стесняются об этом говорить. Вот в чем сейчас обвиняют Имран Хана, недавнего премьер-министра, да, в коррупции. Среди прочего, обвиняют в том, что он присваивал подарки, которые делались другими государствами ему как премьер-министру. Должен был сдавать их в казну. О каких подарках идет речь? Скажем, о часах стоимостью в 300 тысяч долларов. А он обиженно говорит: а мой предшественник еще были дорогие автомобили прикарманил. А беда стоит в том, что прикарманили государственное добро и те, и другие, и это невероятно распространено. И это даже не осуждается, а считается нормальной частью жизни. Но еще большую роль в судьбе Пакистана сыграло то, что происходило в соседнем Афганистане. Ну, вообще говоря, эти государства в определенном смысле неразделимы. То есть в конце 19 века их разделила вот некая линия Дюранда по имени одного британского чиновника, но ее мало кто признает, потому что она разделила племена, которые живут по обе стороны этой непризнанной границы. А пуштуны живут и в Афганистане, и в Пакистане. Имран Хан сам пуштун. Поэтому для многих пакистанцев и для многих афганцев это одна и та же территория. Кроме того, Афганистан имел большое значение для пакистанских руководителей как союзник в противостоянии с Индией. Еще раз напомню, что противостояние с Индией – это и есть существо пакистанской политики. А когда в Афганистане произошла Саурская революция, апрельская революция 1978 года, молодые афганские военные свергли режим, обратились к Советскому Союзу: с вами мы будем строить социализм, помогите нам. Афганистан оказался в советском лагере. Для Пакистана это был удар.
Потому что, ну, на протяжении долгого времени, всю холодную войну, было это противостояние. Советский Союз помогает Индии, Индия нам друг и брат, а Соединенные Штаты – Пакистан. И вдруг Афганистан переходит на другую сторону. Это был для пакистанских политиков удар. Поэтому, когда советские войска вошли в Афганистан, в исламском мире было воспринято это крайне болезненно, был объявлен джихад, ну как же, чужеземные солдаты на исламской земле. Именно Пакистан стал базой для ведения войны против кабульских правительственных войск и против советских войск, находившихся на территории Афганистана. Пакистанским вождям, пакистанским властителям это очень понравилось. Во-первых, они оказались в центре внимания, они всем были нужны. Они получали большие деньги, потому что через Пакистан шло оружие для афганских маджахедов, которые сражались против кабульской власти. На территории Пакистана происходило обучение этих боевых отрядов. Туда возвращались раненые, там они проходили переподготовку и возвращались. И туда, в Пакистан, устремились исламистские радикалы со всего мира. Надо сказать, что для очень многих властителей, скажем, в первую очередь, арабского мира, вот эта война в Афганистане была очень приятным делом по двум причинам. Во-первых, они участвовали в джихаде против, значит, врагов исламского мира, и это придавало им значимость. Второе. Отвлекало местных жителей от наблюдений за тем, как, насколько коррумпированы эти арабские верхушки. Второе, они смогли избавиться от собственных радикалов. Всех радикальных исламистов они, покупая бесплатные билеты, отправляли в Пакистан, чтобы оттуда они переправлялись в Афганистан и там погибали в боях. Это приобрело просто такой масштабный характер. Там, в Пакистане, появился Осама бен Ладен, один из сыновей саудовского миллиардера. Он был семьей отправлен для организации помощи маджахедам, и там он превратился в радикала, который решил, что должен уничтожать всех врагов на свете. И таких было много. Но вот что произошло. Советские войска ушли, интерес к Афганистану тут же исчез. А огромное количество радикально настроенных людей с оружием в руках вернулись в Пакистан. И все то, что Пакистан отправлял в Афганистан, бумерангом вернулось. Когда-то пакистанские руководители с гордостью произносили: вот эти маджахеды – это наши дети, мы их воспитали. Теперь детишки вернулись, повзрослевшие, с оружием в руках и взрывчаткой, и стали взрывать Пакистан. Это идеология радикального исламизма начала распространяться в Пакистане. Но если раньше их врагами были люди, которые, как им казалось, нарушают все традиции, скажем, Беназир Бхутт, дочка, между прочим, создателя ядерного потенциала, очень красивая женщина, которая стала премьер-министром, ну, была выдающимся политиком, и убили, то потом уже врагами стали и военные. Генерал Первес Мушарраф, боец спецназа, один из таких военных героев Пакистана, тоже едва не был убит радикалами, просто потому что он пытался им противостоять. То есть участие в афганской войне, поддержка радикалов, поддержка маджахедов, вот этим бумерангом вернулась по Пакистану и стала разрушать его политическую систему. Пакистан сильно менялся. Когда-то там в послевоенные годы это была какая-то тихая заводь, он превратился в бурлящий регион. И политика властей Пакистана стала меняться. Решающим был 2001 год. После терактов 11 сентября, громких терактов в Соединенных Штатах, тогдашний президент Джордж Буш-младший решил нанести ответный удар, уничтожить базу Осама бен Ладена. А Осама бен Ладен расположился в Афганистане, который перестал быть государством, а стал вот такой площадкой для различных радикалов. Он находился там вместе со своими боевиками. И Джордж Буш приказал провести там военную операцию. Но ему нужно было заручиться поддержкой пакистанцев. И от пакистанских властителей потребовали эту поддержку оказать. Они нехотя согласились. Там высадились американские войска, а Осама бен Ладен и его отряды перебрались в Пакистан, что тоже не пошло на пользу Пакистану. Но главное вот что. Осама бен Ладен исчез. Его искали многие годы.
Потом нашли, ну, насколько известно, нашли благодаря одному, он очень таился. Он, на самом деле, обосновался в одном пакистанском городе, жил в доме, из которого не выходил, вообще не показывался на белый свет, отказался от радости интернета, держался абсолютно замкнуто, но у него был курьер, который привозил ему послания и отвозил его поручения своим соратникам. Вот этого курьера нашли, и он навел американцев на этот дом. Вопрос, который всех интересовал. Осама бен Ладен обосновался в Пакистане с разрешения пакистанских властей или Бизонова? Ну, мне ответ на этот вопрос точно неизвестен. Соединенные Штаты, судя по всему, исходили из того, что пакистанские власти могут знать, что там находится Осама бен Ладен, поэтому просить их о помощи невозможно. Словом, это известная история, военная операция была проведена там без ведома пакистанских властей, то есть на их территории, но им ничего об этом не сказали, боевые вертолеты были отправлены, оперативная группа высадилась, убила Осаму бен Ладена и всех, кто там находился, его тело забрали вместе с вещами, тело похоронили в океане, вещи поступили в ЦРУ на изучение, а пакистанские власти были возмущены, ну, потому что это, собственно, их на территории суверенная, и никакое иностранное государство ничего делать там не может. Это сильно разрушило отношения между Исламабадом и Вашингтоном. Скажем, Имран Хан, будучи премьер-министром, приехал в Москву. Через 20 с лишним лет в Москву не приезжали пакистанские премьер-министры. И когда от него в Вашингтоне требовали осудить политику Москвы, он довольно резко ответил: «Мы что, ваши слуги тут, исполнять ваши указания?» Вот такой интонацией был ответ пакистанского премьер-министра. То есть отношения сильно разладились, политика Пакистана серьезно изменилась, но главное состоит вот в чем. Эта страна бурлит. Разумная политическая система, которая позволяет учитывать интересы различных групп, находить формы решения проблем, там не существует. Военные по-прежнему всем управляют. Только теперь они не устраивают военные перевороты, а просто руководят всеми государственными учреждениями. Захотели убрать премьер-министра Шарифа, предшественника Имран Хана, убрали, поставили Имран Хана. Захотели его убрать, убрали с помощью парламента, поставили брата Шарифа, который сейчас премьер-министром. Они, военные, определяют исход голосования. Они определяют исход голосования в парламенте, они определяют, кому будут выданы ордеры на арест, и что, какие решения примут суды. То есть политическая система страны, юридическая система страны практически не функционирует. Все во власти военных. Это вызывает возмущение и радикализм. А поскольку страна находится в бедственном экономическом положении, то все сразу усиливается. Там без Международного валютного фонда экономика пакистанская вообще не может существовать. Она идет от одной беды к другой. И в любую минуту все это может взорваться. Ну, одни говорят, что, ну, в конце концов, хорошо, пусть взорвется. Но произойдет такая революция, люди обретут право выражать свои мысли, добиваться своего. Ну, хорошо, если это завершится тем, что, скажем, Имран Хан опять станет премьер-министром, никто не будет ему мешать. А скептики говорят, а если это взорвется так, что власть в стране окажется в руках радикальных исламистов, которые намерены преподать урок всем, кого они считают врагами. А врагов там огромный перечень. А у них в руках не просто ракеты. У них в руках ракеты баллистические с ядерными боеголовками. У Пакистана достаточный ядерный арсенал. И они же готовятся противостоять мощной Индии. И что, если они начнут запускать эти ракеты? Ну, говорят, будут у американских военных, которые расквартированы в этом регионе, есть специальный план на такой случай, план нейтрализации ракетно-ядерного оружия, чтобы оно не обрушилось на другие страны. Но известно, что лучшие планы становятся ничем, когда происходит нечто реальное. Все мы видели, как американские войска эвакуировались из Афганистана, что происходило, и все планы, которые строились, там рухнули. Поэтому нечто подобное может произойти в таком трагическом варианте развития событий. А это вполне возможно, потому что судьба Пакистана складывается невероятно тяжело и даже трагически. История, во всяком случае, об этом свидетельствует. Поэтому мы с вами и занимаемся. Если вам интересно, ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями,
Подписывайтесь на мой канал в YouTube.